8 ноября с 11 часов утра до часу дня проведут проверку системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. В городском округе дважды сработают электросирены. Кроме того, по радио и телеэфиру будет передано краткое сообщение о проверке системы оповещения. К сожалению, не все наши жители, большинство жителей, скажем так, они не знают, что это такое вообще сирены, для чего их проверяют. Это не наша какая-то инициатива, там многие смешные такие комментарии в соцсетях, там МЧС там на работу своих там собирает и так далее. На обед там перерыв удалять совсем не так. Система оповещения — это очень важно, один из важных вопросов, одна из, из первых задач гражданской обороны. Проверка плановая и пройдет на всей территории Подмосковья. Сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы просят химчан сохранять спокойствие при срабатывании сирен и внимательно слушать сообщения.